Доброго времени суток, друзья. Продолжаем мы с вами играть в древний свитский Обвилион. На меня здесь, как вы помните, в прошлой серии я вылетел в этой пещерке, в этом помещении. Мы с вами по-прежнему находимся в подземелье Пятый Шпиль. Вот, проходим его. Вот мне пришлось заново порубать всех этих гадов. Пятнистый Зевелаи. Классно. Сердце Даэдра. Вещь. Это просто прелесть. Так, отлично. Шикарное, друзья, подземелье. Здесь огромная, просто огромная масса всевозможных артефактов магических. Что меня не может не радовать. Так, очередной сундучок. Давайте смотреть, что тут есть. Во-первых, золотишко. Безупречные драгоценности, что меня тоже радует. Какие-то книги. Ужасающее присутствие. Деморализация. Прикольно. Свет свечи. Волшебное касание. Ну, это все фигня. Все фигня. Вот слабое зелье волшебства и то. Вещь. Вот аппараты, даже не знаю, стоит ли брать. 8 килограмм за каких-то 60 монет. Не то, что мне бы хотелось. Я больше предпочел бы ученика получить бы. Но ладно, пускай будет. Ну и самое интересное, это, друзья, магические предметы. Так, зеленый дуб рассказчика. Красноречие на 6 единиц повышает. На самом деле у меня такой уже дублет был. Только там щит был другой стихии вроде бы. Зато он стоит дорого. Возьмем. И великое кольцо интеллекта. Повышение интеллекта на 20 единиц. Ну, это довольно-таки интересно. Можно взять. И еще заодно проверю одну штуковину. Одну штуковину. Так. Сейчас, как это сделать нам лучше? Сколько у меня всего магии? 250 единиц, да? То есть, если мы сейчас оденем кольцо. Где оно? А мы его не сможем одеть, да? А-а! Не можем. Печально. Печально, друзья. Но не можем, так не можем. Ладно. Так, на знак. Знак здесь ничего не... О! Друзья, у нас там гости появились. Как раз заюзаем сейчас. Пузыречек. Тварь какая. Уже 60%, 50, 40, по десяточке. Ах ты ж. Еще три раза. Снова прошло у него. Здесь чего он кидается-то? Ну, сдохни, скотина. Не сдох. А у меня магия кончилась. Классно! Придется нам снова бутылку юзать. Спокойно. Ты там, надеюсь, не отличился еще? Наконец-то сдох, гад. Но это неприятно, конечно. Очень неприятно. А тут что, завал, да? Как все плохо, кстати. А как мы отсюда выбираться-то будем? Мы сможем отсюда выбраться? Наверное. Атлетика повышена. Меня, конечно, радует, что атлетика повышается. О, как!
Сюда можно очень запрыгнуть, да? Ладно, давайте вот с этим разберемся чуваком. Здесь лежит какой-то Вимер Солон. Чей-то мол палец. Нам, кстати, бы отличиться бы. Ну ладно. Так, сохраняемся, в общем. И читаем. У него там книжка должна быть. Мы на этом вроде бы как и остановились с вами в прошлый раз. Так, золото, сапфир. Одеха. Все забираем. И дневник Солана. Отлично. Ну и давайте смотреть, что там за дневник. Что он там понаписал-то. Ай, где это? Где ж ты, где ж ты, где ж ты, где? Дневник Солана. Так, дневник Вимера. Great discovery at Lindai today. A tablet unlike any other. Side by side, two columns bearing parallel. Тут заговорил. Дневник Вимера Солана, главы гильдии археологов. Сегодня в Линдае. Совершенно великое открытие. Найдены таблички, не похожи ни на какие другие. Два параллельные колонки с письменами. В первом столбце определенно айлендские руны, но во втором они мне не знакомы. Могут ли эти таинственные знаки принадлежать какому-то редкому диалекту айлендского языка, более древнему, чем известны нам? Если так, табличка даст ключ к его пониманию. Дальнейшее исследование начинает менять мое представление о таинственных символах. Должно быть, это первое предположение. А, должно быть, первое предположение неверно. Эти знаки не имеют отношения к айлендским рунам. Совершенно другой синтекс и форма. Нет, это не просто другой диалект, это другой язык. And where are its remains? Rythor and I keep excavating at Lindai today, as we have for the past week. Besides that index tablet, we have found nothing. Another find, this time by Rythor. Ух ты ж. A black stone tablet inscribed with glowing glyphs. Тут еще очень много читать. These glyphs are identical in form to the ones found earlier, but unlike the others, they glow with an eerie blue radiance. Are these the original? Could this tablet be the first true relic of the lost civilization? The source of the Iliad Index? Друзья, если кто читает, на паузе. For I've been overwhelmed. Using the Iliad Index, Rythor and I have decoded the Black Stone Tablet. It listed the location of a magnificent structure. A spire entwined in glowing glyphs. We have so much to study. I am a fool. And for this, I will pay with my life. I don't have much time. I must explain quickly if there's to be any hope for you, the reader. To write my These warlocks were an ancient sect of horned this kings, lost united by religious zealotry of the most diabolical sort. Was known as the Warlock Order. Eras old, preceding even the earliest Iliads. They assembled in small numbers around what they called a secret parchment. This parchment is pure evil. Predating even the warlocks, it portends the resurrection of Zir, the Dark Avatar. Я чувствую это начало нового квеста, да? Three celestial shards will fall from the sky. When these shards unite, the Avatar will materialize. But being born, Zir will be weak. Only after being fed an ethereal soul will be strong enough to wreak havoc upon our mortal plane. Так, то все, надеюсь, голоса меня оставили. Мне больше сейчас любопытно, как из этого хрени выбраться. Здесь завал, да? И мы с вами снизу. А нам нужно наверх попасть. Как мы это сделаем? А, ну, понятно как.
Ничего сложного, собственно. Хотел сказать. Мы немножко не запрыгнули, блин. Прямо капельку самую. Черт. Попытка на борту. Оп, оп. Есть контакт, друзья, есть контакт. Так, теперь надо сориентироваться, с какой стороны я пришел, в какую нам идти. Так, отсюда я пришел. Значит, идти мне в другую сторону. Отлично. Побежали, друзья, побежали. Давайте факел достанем. Посветлее будет, чтобы какой-нибудь интересующий, интересный сундук не пропустить. Тут тоже, что ли, завал? Даже не прыгать не хочет собака. Да, нам придется с другой стороны обходить. Все интереснее и интереснее, но при этом, заметьте, квест нам не дали. Так что, либо квест мы получим в каком-то другом роге. Шпиле, точнее. Начитался книжек дурацких, у меня теперь одни рога. Обалдеть. Вот пещерки-то пошли, да? Я, кстати, в оригинале что-то не помню такого. Неужели это самододело сделано? Если это так, то честь им и хвала. Так, надо сохраниться, значит. Так, глянуть одну вещь. Запись-то у нас как идет? Да, идет, все шикарно, все работает. Опа. Опа, друзья. Что-то мне этот звук не понравился. Опа, опа, опа. А тут эти валяются. Крокодилы, чертова. Только они почему-то убитые. Кто этот негодяй? Кто посмел их убить? Лишили меня, понимаешь ли, опыта. Так, вышли мы с вами снова в какую-то хрень нездоровую. Там еще какие-то у нас осколки валяются. В общем, жесть. Жесть, друзья, как она есть. Тут как-то все порушено. Давайте наверх заберемся, глянем. Никого не вижу. Вон проход. Что, давайте исследовать. Вижу сундук. Карта, камень душ, том огненная стрела, оборона. Лады. Лады. Так, что там по... Угу. Здесь можно было пройти, да? Ясно, значит, нам по идее вон туда. Понятненько. Вижу сундук. Сундук чернокнижников, это здорово. И вижу проход. Ну, дай чуть хорошее. Золотишко, 4 безупречных рубина, том игра теней. Сели лечения. Надо будет почитать, что это за игра теней такая. Так, и значит кольцо щита молнии. Электрический щит на себя. Стоимость 0. Он сломанный, что ли, минус 99, или не заряженный? Не совсем понятно. Темно-синее платье Змеелова. Сопротивление ядом 5%. Ни о чем. Можно сказать, что не повезло. О, не та кнопка.
Можно сказать, что не повезло нам. Дали какую-то ересь. Так, давайте сходим в эту сторону, глянем, что да как. Да как? Да никак. Пойдемте в обратку. Ну что ты запрыгиваем? Что ты не можешь? Можешь. Отлично. Катим. Звуки. А, кстати, мы книжку, друзья, не посмотрели. Давайте глянем эту игру теней там. Что это за зам? Вот оно. Так, том огненная стрела. Урон огнем 20 единиц. Ну, пускай будет. Игра теней. Невидимость на 30 секунд. Школа иллюзии, навык специалист. Но мне это вещь, конечно, хорошая, но светит она мне еще. Ой, как не скоро, друзья. Так, появилась у меня эта иллюзия. Школа теней. Да, игра теней. Невидимость на 30 секунд. Иллюзии необходим навык уровня 50. Давайте глянем, сколько у меня иллюзия. А вот иллюзия у меня 30. Ну, в принципе, тогда не так уж прямо и далеко-то до такого. Ладно. Так, это, я так понимаю, помещение, где мы с вами были уже, да, проходили, вот он, сейчас нам сюда. Так, а с той стороны, друзья, стоит сундук чернокнижника. Оля-ля. Опаньки, перепрыгнули. Шикарно. Ну, давай что-нибудь шикарное. А вообще нету ничего. 4 безупречных бриллианта, конечно, хорошо, но изношенные железные поножи. Ну, возьмем пока место, если что, выкинем делок. Отлично. Просто ты феноменальный произвел скачок во времени и пространстве эти тизанугом. Ну ладно, пробежимся немножко. Куда деваться? Где тут подняться-то можно? Ну и звуки, блин. Страшно же ж. Вижу привидение, друзья. Вижу привидение. Атакую. Сдохло. Отлично, одной серии мы его сгасили. Еще один сундучочек. И походу это все, да? Все подземелье, так? Это плазма, берем. Это обидно, если это все. Блин. И здесь никаких магических предметов. Ну что ты будешь делать? Железная булава. 27 кило, блин. Давай возьму пока, фикси. Место есть. Неужели это все, друзья? Давайте карту посмотрим. Да, это все. Это все. Единственное осталось вот здесь вот. Но здесь с двух сторон, по-моему, обвалы, да?
что, давайте возвращаться тогда. Коля, ну так. Не, без факела темновато. Ну, конечно, отличная вещь. Это ж этот шпиль. Множество всяких магических предметов мы набрали. Хотя, конечно, последние два сундука меня огорчили. Я-то думал, чем дальше, тем вкуснее будут предметы. Но я ошибся в своем предположении. Так, здесь мы с вами были. Да, вот он, оно. Мы еще, в принципе, в ту сторону можем сходить. Если там есть, конечно, куда идти. Но вот здесь тоже можно исследовать. Так, это не нажимное, да? Может, здесь где-нибудь сундучок затерялся, а? Хватит меня пугать звуками, сволочи. Ну вот мы дошли до места, где мы сражались. Ну, как видите, ничего нету, к сожалению. Ни сундуков, ни монстров. Жаль, обидно, но никуда не денешься. Может, тут чем-нибудь юзается, я не знаю. Неа. Так, нам в ту сторону. Да, в ту сторону, по прямой. Там еще одно ответвление надо, можно исследовать. Вот это вот прикольная вещь. Ух ты ж, тут мы упали. Ага. Может, тут еще что-нибудь интересное есть? Есть какая-то. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Слышь ты, чупакабра. А ну, сдохни. Слушай, маны не хватит, чтобы тебя убить. А, он сдох, все, слава яйца. Прям впритык получилось-то. Получили эктоплазму. Так, надо хлебануть бутылочку очередную. Слабое зелье волшебства. Куда мы тут упали-то? Отсюда можно выбраться. Можно. Так, а дальше там что-нибудь есть? Слушайте, а там проход есть. Как мне кажется. Да-да-да-да-да-да-да-да. Какая прелесть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сундучочек, друзья. Мы нашли еще один сундук. Хорошо, что я пошел посмотреть, так сказать, да? Отлично. Самый беспонтовый. Из всех сундуков, которые были. Блин. Обидно. Ну ладно. Смело можем сказать, что мы полностью исследовали данную территорию. Нам остается только одно, друзья. А именно выбираться отсюда. Так, я застрял. Как мы там? А вот здесь мы выбирались. Так оно все и было. Все.
Идем отсюда. Ну, неплохо, неплохо, я вам скажу. Ничего не забыли? Нет. К сожалению. К сожалению, нет. Так, надо сохраниться перед выходом. А то игра любит вылетать после загрузок всяких. Ну что ж, друзья, вот такой вот он пятый шпиль был. Также получили мы намеки на квест. Но именно что намеки. Так, мы где, куда нам идти-то надо? Ага, ага. Можем, в принципе, вот куда сходить. Тут какая-то хрень тоже есть. Мы снова в этой серии, скорее всего, добром-то не дойдем, да? По-хорошему, нам бы на нижнюю дорогу, да? Или же нет? Пятый шпиль. О, еще один шпиль есть. Фростгард. Ладно, пойдем с вами изучать, что он там. О, дымчатая говорушка. Класс. Ага, здесь хороший такой наклончик, которым мы уже и не заберемся даже. Давай, 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 давай. Во, поднялись, сясь. Здесь походу не получится. Здесь походу тоже. Нет, дерево. Слышу волчар позорных. Вау. Давайте достанем. Точно волчары. Блин, промахнулся. Но потом все стало хорошо. Кстати, видели надпись «Курьер без сознания»? Это любопытно. Во-первых, кто его оставил без сознания? Во-вторых, что он тут делал, курьер? Ну что нам что-то пытался доставить? Мы вообще где? А, на дороге, да? Идя по которой, мы как раз окажемся в месте, в котором меня, собственно, интересует полынь. Давайте соберем, хрен знает, что она дает. Но мне уже интересно. Наверное, в следующей серии я посвящу немножко алхимии. Хотя не, вряд ли. Вряд ли. Алхимию мы, друзья, посвятим небольшой участочку моего времени, когда я найду инструмент ученика. Так, ну походу курьер был в другой стороне, как мне кажется. Как мне кажется, был он с другой стороны. Нет никого. А впереди нас, судя по всему, ожидает Нининдава. Это, конечно, прикольно. Меня интересует немножко другая вещь, расположенная в стороне. Тут, кстати, руины какие-то. Ага. Ептель-млептель. Медведь. Мишка, ты чего? Псих. Фух. Фух. Фух.
Так, штаны чистые. Повезло. Ну, кстати, сейчас что-нибудь надо это сожрать нафиг. С перепугом. Что у нас тут имеется-то? Ну вот, медвежатина. Как раз и весит хрен знает сколько, 2 кило. Вот ее и сожру. Мясом кабана закушу. Обжаренные зерна вон. Отлично. Откуда ты выскочил-то, гад? Я чуть не обделался ей. Так, ну-ка. Ох, как мы прямо вышли к этой Нининдаве. Но мы в нее, наверное, не пойдем, друзья. Так. Кто? Откуда? Ух ты ж, ёпте. Нас атакуют маги, друзья. Вопрос, откуда? А, бесятина. Со своей молнией. Один раз он попал по мне. Ну ладно. Желчь беса. Но нам надо в другую сторону. Нам надо вон туда куда-то. Как я понимаю. Так, полынь. Полыни мало, надо собирать. Черт, полох. И вот они, собственно, руины, да? Да. Достану-ка я меч. Ну точно, не зря. Стой, скотина. Хе-хе-хе. Слабенькие они, эти импы. Но правда. Могут так зафигачить молнии. Ну или вообще магии. Что мало не покажется. Так, что мы нашли с вами? Рунный камень Сидри Ашака. Ух, фигали. Слышь ты. Да ты вообще страх потерял. Так, надо отличиться. Рунный камень. Давайте искать рунный камень. Тут кроме рунного камня все-таки есть еще и руины какие-то. Санкратор. Молодысь. Я там вижу, по-моему, скелет. Вот он, кстати, рунный камень. Камень вздрагивает, когда вы прикасаетесь к нему рукой. Желаете ли вы призывать оружие или доспехи? Нет. Нет, я не хочу призывать оружие или доспехи. Во-первых, они мне не нужны. Во-вторых, эффекты временные. Да я понял, понял, подожди. Рассеивание, мощи. Надо вообще сохраниться. Ну чё, пойдем в этот санкт, в общем, в руины пойдем. Давайте сходим. Почему нет? Так, я вижу, там монстры бегут на меня. Ого! Ого! Я таких что-то не помню, что встречал-то. Какие-то прямо костяные, блин, рыцари. Все в доспехах. Драугр. А, ну. Это, я так понимаю, нововведение после Скайрима, да? Драугры. Чё у тебя за меч-то? Нордский меч Бастард. 44 кило, блин, весит. Ну, давайте возьмем пока. Сукуба, блин, пока.
там видно будет. Железные топоры мне не нужны. Так, ничего не видать здесь. Опа, вижу. Монстры ходят. Ходят монстры, сколько тут говорушек-то? Все возьму. Ничего не оставлю. Ну чё, где ты там? А уж не лучник ли это? Ух ты ж, еще один. Блин, а чё ж как мимо-то дал? Так, скелетов я порубил легко и непринужденно. Слушайте, они там это... Иди твою налево-то, ёперный театр, вставай, друг. Вставай, или мы сдохнем сейчас. Нихера себе, вот это у нас скелет маг зафигачил. И сохранялись мы, блин, давно. Да уж. Нифига себе, он отбился. Ага, то есть вот это он как Драугр, как основа выступает в этом деле. А если его убить, то и призванный пропадает. Любопытно. Ну теперь мы будем аккуратнее. По-моему, мы слишком много просто согрели. Да и не повезло под руку попасть с этому воину. Собак нас сбил. Так, кто-то нас палил снова, да? Это чё, дракон, что ли? Кстати, зря смеетесь. Здесь в объявлении теперь драконы есть. Я уже с одним встречался. Ага. Вон у нас. Хреначит какой-то, я не знаю. Магии. Обалдеть, вот там хрень-то. Ну что-то прям. А к нам бежит. Че, друзья, сейчас будет эпический эпос. Или не будет? Еперный театр. Сколько вас тут ходят-то? Увернулся, падла. Есть контакт. В общем, сохранись. Ну там этот, блин, скелетина жесткая. Да, вот это. Один раз задел я его. Там он маг еще, скотина. На тебе. Блин, я из-за этого хрени никак не могу. Отойди, блин! Завалил. Остался маг. Ну что, убил? А, хрен бы там.
Да умри ты, скотина. Все, умер, и это пропал. Фух. Он, оказывается, призванным был. Че он меня наложил-то? Всякой хрени сколько. Посох уменьшения. Ну-ка, ну-ка. Да вы только посмотрите, чё, какая вещь. Силу воли. Силу, скорость, обаяние, интеллект, выносливость, ловкость. Но на самом деле ничего такого. Смело можно продавать. Потому что не боевой посох. Так как поддержка можно использовать. Но мы же не в группе. Ох, ну это было, конечно, прикольно. Сундучок. Слабое зелье лечения болезней. Заберем. Ну, конечно, весело, весело тут. Ничего не скажешь. Так, надо после этой эпической битвы сохраниться. Я хочу до той хрени дойти. Вдруг она что-нибудь там дает. Интересно. Нет, интересно, она ничего не дает. Да, не дает, блин. Как я тебя не заметил-то, урода? Понял? Вот это сейчас что было? Не совсем понятно, как он смог пробить мою оборону. Как ты смог, скотина эдакая? И мне чуть дурно не стало. Блин, ну и у них нет еще до кучи ничего интересного. Одни эти мещи нордские, но меня они вообще не интересуют нифига. Так. О! Бежит охламон. А иди ты. Не знаю, что ты стоишь, но стой дальше. Он еще до кучи упал, бедняга. Все, вроде сдох. Че он остановился, интересно? Ноский боевой молот. Но нет, брать тоже не буду. Дайте-ка я заюзаю, пожалуй, какую-нибудь бутылочку. О, слабое зелье лечения. И слабое зелье волшебства. Отлично. О, скелетина. Эх, нифига себе, вы это видели? Ах ты ж скотина. Будешь же знать, как в меня стрелы пускать, сволочь. Пока у нас адреналин еще и этого грохнет. Все. Блин, если здесь вокруг только столько скелетов, сколько же там внутри, интересно. Вау! Я впереди вижу еще кучу. Целую кучу. Полынь, полынь. Давайте поднимемся все равно на второй этаж. Может, что-нибудь интересное затерялось. Я частенько здесь всякие сундуки находил раньше. Тут даже третий этаж есть. А, я же говорю.
Сундучочек, кинжал утомленности. Второго уровня. Понижение запаса силы на 30 единиц. Ну, это на самом деле не настолько интересно, как могло бы быть, если там заряд был на что-нибудь такое боевое. Так, ну что, давайте и второй этаж тоже проверим. Ну нет, здесь нету. А вот здесь есть, друзья. Слабое зелье фортуны. Так, а он под лестницей. А под лестницей, друзья, грибочки. Заберем. Ну что, будем надеяться, что данное дело не является квестовым. И мы сможем здесь набрать всякого разного интересного. Давайте сохранимся перед входом. Ха, нужен ключ, обломитесь. Над внушительным замком прибита изъеденная временем железная табличка. Надпись едва можно прочитать. Закрыта по приказу грандмастера клинков на 36-м году правления Тейбера Септима. Вот так-то. Так что никуда мы с вами не пойдем, Буката. Пойдемте изрубим скелетов и отправимся куда-нибудь еще. Кстати, правильно идут куда-то, да? Вот и да. О, вижу, скелет-лучник. Вот ты не успел, Бугага. Там, по-моему, сзади нас кто-то есть. Да, есть. Вот он. Кто это меня? А, понял. Понял, я тебя, дружок. И снова у нас кто-то. Или мне показалось на этот раз. А лук? Слышь, лук отдай, скотина. Вот, стальной лук. То есть зажал, гад. Контроль, только контроль. Так и наловят обмануть, а? Норовят, засранцы. Никакой, понимаешь, этики. Ну сдох, отдай все. Так, а здесь сундучка никакого не припрятан, не? А жаль, жаль. Здравствуй, мой юный курьер. Ты чё, это упал, что ли? А, вот ты где, один человек передал тебе послание. Очень срочно увидимся. Так вот, что за курьер? А что за послание? Это как оно называется? Я что, должен наугад, что ли, узнавать? Послание передали. Ой, нам починиться бы не мешало бы. Так. Послание. Срочное. Ну, я так понимаю, это либо письмо. А я не могу дождаться минут, когда увижу тебя сегодня вечером. Каждый день я думаю о том, как мы встретимся снова. Потом упражнимся, будем вместе. Твоя настоящая любовь. Как-то я сомневаюсь, что это вообще оно. Письмо героя. Это, по-моему, тоже было. Обряды были. Матери ночи.
Записка Ирана. Это мы получали раньше. Вот Ирана вообще можно выкинуть. Чтобы не путаться. Потому что этот квест мы выполнили, а весит, между прочим, эта записка килограмм. В общем, вот, загадочная записка Машана. Да нет, это от Серого Лиса. Это нам еще в городе, в Короле, в прошлой серии принесли. В общем, не совсем понятно, что это, как это и зачем это. Давайте попробуем отремонтироваться. У нас кирас полностью сломан, шлем полностью сломан. Обалдеть. А сапоги я не могу починить. Отлично. Все починили, даже ни одного молотка не потратили. Но, честно говоря, я немного в обиде. Немного в обиде. Что же, записка-то была. Твою налево. Ну ладно, пошли. Тут уже понятно, что мы ничего не найдем. Пройти не можем. Надо, наверное, завести себе какой-нибудь блокнотик. И начать фиксировать места, где мы были. И что мы там нашли. Потому что я так вот посмотрел до серии на карту разные там всякие места. И уже не помню, был ли я там, зачищал ли я, или там что-то квестовое, до конца ли я прошел. И чтоб потом не мучиться сомнениями по данному поводу, желательно начать фиксировать. Потому что потом будет все еще сложнее. Так, где мы там по местности? Вот, надо писать тоже на Ниндаву, что мы здесь не были. Не были и все. Ладно, давайте идти. Продвинемся немножко по пути в Бруму. Где там? Вот он. Положил курьера бедного. Скелет рыцаря. Что ж ты как? Курьер. Курьер без сознания, его убить нельзя, очухается со временем. И там впереди что-то интересное. Имп. Я видел какое-то белое животное. Ну хрен бы с ним. Не будем туда идти. За этим животным. Пойдем по дороге. У нас уже и место кончается потихоньку. Там, конечно, есть что выкинуть. Так, мест никаких рядом нету. Ну, вот мы вышли до места, где мы попали на эту дорогу. Волчары. Которых мы нашинковали мелко-мелко, впереди мост. И я вижу, что на мосту нас друзья ждут. Ждут. Ждут, надеются, любят. Ну, давайте. Погутарим с этим молодцом. Вот он, бежит ко мне. Плати бежит. Или... Плати или... Нет, не... Или... Упал без сознания от одного удара первого класса. Ничего даже сделать нам не смог. Ну что, вот резной крис лучника. Короткий меч. Но он слабее даже от того, что у меня сейчас-то есть. Зато стоит неплохо. Это мы тоже все возьмем с тебя. Ты не подумай, чего плохого о нас. Мы не такие. Жизнь такая. А. Отлично, валим дальше.
конечно, с первым ударом нам серьезно повезло. Вырубило его. Опа. Опа. А вот тот чел мне категорически не нравится. Если он какой-нибудь буйный, то это проблема. Смотрите на его доспехи. Выходи, хочу видеть тебя. Ты в меня стрелять будешь? Как тебе совести хватает? Я не могу понять, что я тебе сделал-то плохого. Бандит? Просто бандит? Почему у тебя все белое? Ого, ребята, модовская одежка. Арктическая меховая кераса. Блин, я уже хочу. Так, вот это можно. Здесь вторую стрелу. Здесь какой-то арктический лук. Ну, в нем на самом деле нет ничего такого сверхинтересного. Так, нужно что-то выложить. Вот железную булаву нафиг. Что еще можно выложить там? А, больше ничего не надо выкладывать, места хватает. А это я заберу. Заберу, не то, чтобы мне это нужно для носки. Дом будет свой, какой-нибудь чучело наряжу. Красиво будет выглядеть. Да. Так, ну и лук мы заберем. Стоит он немало. Ну и места, к сожалению, у нас совсем мало остается. Так, но я слышал еще голоса, друзья, голоса. Здесь либо сообщники ее, либо еще кто. Красиво падает, мне нравится. Слышь, Ирбис, ты че, попутал что ли чего? Обалдеть. Так же до Кондратия недалеко. Давайте посмотрим, что тут. Вон он уходит. Ирбис, мать его. Иди ты. Не, и без тебя хорошо. А, во! Что было написано? Мимо. Ну ладно. Снова тебя одолею. Я сперва думал, что это что-то из этого, из охранки. Ну, как легко я тебя прибил. Так, тут можно взять. Лук возьмем. Стрелы возьмем. Нам больше мне ничего не надо. Места осталось не так, чтобы много. Отлично. Так, давайте глянем, сколько у нас серий идет, собственно. А, ну почти час как раз. Да, друзья, как раз. Так что мы вот по этой дороге пойдем, наверное, и дальше. Но с другой стороны, если спуститься вниз, вниз спуститься 200 килограмм, мы сейчас что-нибудь сожрем. И спуститься вниз, там замок есть. Есть замок, можно сходить, поглядеть на него. Вот. Водичку могу там. Мясо сожрать. Блять, а съел морозную соль. Факер. Так. Это была атака. А он Ирбис валяется. 5 килограмм шкуры Ирбиса. Места нет. Не, ну в принципе, конечно, могу перышко взять. Облегчение ноши. И никаких проблем. 200 секунд. Так, нам отсюда видно будет замок, нет?
пока не видать. Музон вообще шикарен. Полностью я оставил музыку оригинальную, убрал всю модовскую. Конечно, надеюсь, мне теперь YouTube перестанет меня орать матом благим. И мы сможем в полной мере насладиться этим шикарным музыкальным произведением. Так, куда мы там так летим-то? О, мамонты. Скарим, добрый вечер. Мамонты, а вы агрессивные? Он не один. Там он еще он есть. Слышь, Монтяна, иди отсюда. Надо скриншот поставить. О, воу. Там этот великан еще ходит. Слушайте, ну такое чувство, что реально Скайрим. Там у него сундуки должны быть. Ну не, я не пойду. Ну нафиг. Это что это там ходит? Мне уже страшно, твою мать. Это что за хрень? Твою мать. Кто ты? Мутаген Мутагенович. А что со мной случилось? Что я упал? Вот это да, вот это ударчик нам пришло. Пришел. Обалдеть. Не, вы видели этого мутанта? Я ору просто. Так, нам куда там? По какой дороге надо? По этой? Здесь, кстати, можно наверх подняться. Пойдем наверх. Давайте сходим. Все равно сегодня никуда уже не успеем. Вон он уходит, гад. Так, стопэ. Че, насагрился уже? Плохо. Бежим. Такие деревья стрёмные. Ни разу не хвойные. Сука, он за нами бежит. Плохо. Мишка. Мишка. Стой, Мишка. Я тебе все прощу. Меду дам. Только вернись, иди сразись с этим чудовищем. Отстало, что ли? Ну, слава яйца. Но скоро, кстати, закончится. А здесь, друзья, мы нашли пещеру. Называется она Эхо. И, судя по всему, здесь некроманты обитают, как мне кажется. Да. Здесь явно обитают некроманты. Судя по всему... Пещера Эхо. Ну что, друзья, вот такая серия у нас была с вами. Надеюсь, вам понравилось. Никто не наложил штанишки при встрече с разными мутантами. Бугага. Вот. Но я практически, еще чуть-чутка бы, и я бы точно наложил. А, все, кончилась у меня магия. Ну и я, пожалуй, на этом и закончу, потому что здесь надо... Протануться в город, все продать, разложить по местам, найти мага, который зарядит нам сапоги и заодно починить, а то у нас осталось всего 66% здоровья на них. Ну и все остальное, что я буду заниматься уже, конечно, в фоне. Надеюсь, вам понравилось, ставьте лайк, пишите комменты, что вам хочется больше, исследований пещер или боевочки, магии, алхимии или еще чего-нибудь. Буду рад любому вашему пожеланию. Ну а на этом с вами прощаюсь, всего хорошего и удачки.